что вы знаете и что собака умеет. Отрегулируем снаряжение. Ошейник. Застегнули. Отрегулируем снаряжение. Возьмите собаку с собой, пройдитесь по залу, и собаке предлагайте лакомство. Вы должны пройтись по залу, чтобы собака маленько познакомилась с тем помещением, в которое вы прибыли сегодня. Вот что-нибудь, и каждый раз давайте слово. Обязательно собаке пошли. Лапу дает, кусочек даем. Замечательно. Можно. Ох, чисто грязно. Сидеть. Можно. Лежать. Можно. И сейчас. Ко мне. Можно. Собственно, все. Давайте так, пока мы разговариваем, собака не нюхает. Еще. Собака сидит. Раз, сядь. Либо стоит, но не нюхает. Нельзя. Чтобы разобраться полноценно в ситуации, поэтому я и задаю много вопросов. Да. Понимаете? Как и было удобно брать из вашей раскрытой ладони лакомство. Не торопитесь, а? Зажав большим пальцем, если неудобно зажать три куска, неудобно четыре, можете взять один. Из нерабочей руки брать по одному куску и вкладывать его в рабочую руку. Стоп, стоп, не торопитесь. Рабочая рука через 6, допустим, 4-6 кусков, рабочая рука меняется. Сначала рабочая рука правая. Раз, кусочек, супер, собака, сюда бежишь, кусочек. Вы не только вот так предлагаете, но и вот так предлагаете. Вы вот так предлагаете. То есть вы предлагаете собаке идти за рукой, хоть вот так, хоть вот так. 4, 6 или 3, 5 кусков выдали, горсть переложили в правую руку, и теперь стала рабочая левая рука. И также вы работаете с левой рукой. Скорей, скорей, скорей. Собака бежит, вы отдаете. Старайтесь не кружиться на одном месте. Вы можете двигаться вот так, вы можете двигаться вот так. Но включиться он должен в руку. Вы кружитесь. Скорее, скорее, скорее. Во, хорошо. Раз. С помощью руки. Скорее, скорее, скорее. Не вокруг себя. А как? Собака вокруг своей оси. Скорее, скорее, скорее. Во, отдаем. Да. Теперь в другую сторону. Можно руки поменять. Раз. Раз, еще. Скорее, в другую сторону. Скорее, скорее. Нет, не говорим здесь. Да. Вот так. Смотрите, на первоначальном этапе мы собаке не говорим нет. На первоначальном этапе мы собаку только подбадриваем и говорим, супер, давай еще раз попробуем. Хорошо, молодец. Нет, вы будете своей собаке говорить, когда собака будет четко знать это упражнение, не будет у нее получаться. А раз, не будет нет. Собака по какой-либо причине выполнять это упражнение. Тогда будет... Скорее, скорее, скорее. Нет. Ой, опять видите. Скорее, 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 скорее. Теперь еще одно упражнение сюда добавлю. Шаг правой ногой, с правой руки предлагаете. Внутренняя часть бедра это вот здесь. Если левая нога, то это вот здесь. Рука должна быть всегда снаружи части бедра. Если вы хотите, чтобы собака прошла под правой ногой, то вам нужно предлагать правой рукой. Не нужно вот так вот лезть. Если предложить собаке показать, можно руку вот сюда вывести. Наша задача включить собаку в рабочую руку. Собака проходит под ногами. Если просовывают голову, то нужно руку вывести дальше. Чтобы собака вышла из-под ног. И мы ее лакомствуем. А давайте, когда собака вышла, видите, собака из-под ног не вышла в ту сторону, которую вы ей предлагаете. Собака вернулась. Выходим, выходим, да, вот так. Теперь другая нога. Другая нога и другая рука. Левая, левая, правая. Скорее, 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 правая. Правая, правая. Собака идет с внутренней части бедра. А здесь собака пошла с внутренней части бедра.
Привлекайте внимание, поводок вообще отпустили. Если собака куда-то пробежит и не будет обращать на вас внимания, ваша задача убегайте, звоните. Да, даем. Тут же лакомство к носу и по другую дорогу. Супер! Нет. Сюда ведем, вот сюда ведем. Вот сюда под ногу ведем, собаке показываем, что под ногами можно расти. Наступил на поводок и засмещался. Дайте под ногами один кусок, и второй тут же предлагайте, и третий, чтобы он вышел под ноги за один, за второй, за третий. Можно дайте, еще предлагайте, дальше пойти, еще предлагайте, только дальше руку держим, стоит. Собака дальше пройдет, отдаем. Привлекаем внимание, отбегаем. И предлагаем снова. Дальше от стены отойдите, возможно, его спина смещает. Попробуйте в ту сторону, в которую собака не получалась. Окей. Вот.